Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов. Дзен, Рутуб, Ютуб. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас конкурсы, они 99%, что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало, шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Так, что, не ярко? Ну, нормально, ладно. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на бургер. Бургер не из вкусной точки, а из Бургер Кинга. Там какая-то новинка. Если не ошибаюсь, как написано, в принципе, на сайте новинка. Называется эта новинка Chicken Tartar. Chicken курица, тартар соус. Понятно по названию, что тут, какая фишка вообще. Стоит он в Бургер Кинге 200 рублей. Новый пикантный соус, новинка, как тут написано. Поехали информацию читать. Мы приготовили что-то особенное. Новый соус тартар подчеркивает вкус сочной курочки с сыром пармезан. Кто мои ролики, в принципе, смотрят, те знают, что сыр я всегда убираю в бургере, сыр я не люблю, поэтому здесь также сыра не будет. А еще внутри свежие томаты, салат айсберг, рубленый лучок на картофельной булочке с кунжутом. В принципе, это дело все прочитал. Вот у нас в таком пакетике нам выдали Burger King. В принципе, обычный пакет. Это можно убирать, там, в принципе, ничего нет. Мы просто заказывали прям кучей. Ну и вот, собственно, сам Chicken Tartar. Вот так он выглядит. Я его, в принципе, сейчас подогревал, потому что денечек прошел. Я его, в принципе, покупал вчера. Вчера сделать обзорчик не смог. Так, ну и, собственно, сейчас будем делать обзор. Сейчас все увидите, все это дело. Выдают у них в пакетиках, это очень удобно. Не то, что во вкусной точке в этом коробке выдают в упаковке. Так, как обычно, спонсор. Блин, реально, черноголовка может быть моим спонсором на все обзоры просто. Тогда я буду делать очень много обзоров, наверное, на чипсы по большей части, чем на напитки. Если она реально станет моим спонсором. Как всегда вкусно. Как всегда легендарно. Как всегда кола холодненькая, очень вкусная. Так, ну чё, опускаем камеру. В принципе, здесь вы все уже можете видеть. Булочку у нас вот с этими черными темками, я не помню, как она зовут. В общем, булочка уже необычненькая. Так, раскрываем булочку. Так, тут у нас салат, один помидор, томат. Тут написано свежие, в этом множественном числе. Так, собственно, курочка. И под курочкой есть соус как раз-таки. Ну, тартаром вроде отдает, кстати. У них же еще у самих вроде недавно соус тартар появился.
У соус тартар, в принципе, он же вкус вроде этих огурцов. Малосоленых огурцов. Ну такой бургерок прикольный, вкусненький. Необычный вкус. Довольно-таки вкусный бургер. Мне нравится. Однозначно. Такой необычный вкус соуса. Соуса тартар. Малосолеными огурцами прям так неплохо отдает. И не придает какой-то необычности для бургера. Потому что обычно вкус бургера такой дефолтненький, обычный. А здесь нет. Также вкусненькая курочка. Помидор вступил в игру. Вкуснятина. Не, бургер однозначно прикольный. Вкусный. Но теплым, я так думаю. Да это 100% так и будет. Он будет намного вкусней, если прям тепло. У меня просто уже прошло, ну даже часов 10 где-то. С того момента, как я его купил в Бургер Кинге, забрал, приехал там и так далее. Вчера очень сильно трещала башка, поэтому вчера прям обзор, к сожалению, сделать не смог. Делаю сегодня. И даже сегодня, погрев его в микроволновке, он очень вкусный и очень прикольный. Оценка ему однозначная 5 из 5. На этом, в принципе, можно заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.